Здравствуйте! Это канал Максимадзе. И сегодня мы снова поиграем в игру Secret Neighbor. Собственно говоря, возможно, как вы уже поняли, это мое первое прохождение с новым микрофоном Fifine, который я в прошлом видео вам показал. Никакого шума постороннего, этого отвратительного, вы не услышите больше. Никогда. Собственно говоря, этот микрофон реально намного лучше. Только вот то, что он тут стоит, не очень хорошо. Я его не ставлю прям к себе вот четко, чтобы он не попадал в камеру, потому что у него подсветка, которая через хромакей проходит. Это некрасиво. Короче говоря, сегодня в Secret Neighbor мы с вами сыграем в карты из редактора, который мне попросил. Кирю не плей, вот две карты мне попросил показать. Прошлой серии, которая давно, кстати, была, мы так легенько посмотрели немного. Потому что, по сути, это первая наша серия, первый взгляд, так сказать, что ли был. А сегодня мы уже будем более подробно изучать карты. Короче, после как раз-таки предыдущего выпуска попросился один из подписчиков сыграть со мной в Secret Neighbor. Я даже согласился, но и на самом деле... Собственно говоря, это большое исключение, как я в начале позапрошлого видео говорил, что все-таки на видео приглашать подписчиков поиграть со мной и соглашаться, я думаю, не буду, потому что это сложно. Это сложно, потому что не очень тяжело собраться, надо же еще сконцентрировать время свое, когда я буду записывать, и время подписчика. И учитывая то, что большая часть подписчиков разное время по сравнению со мной, это реально тяжело. Я вчера этому подписчику в Стиме написал. Давай завтра сыграем, предлагаю. Там все такое. Ну и, собственно говоря, вот прошло около суток уже. И на момент того, как я записываю этот ролик, ответа до сих пор нету. Давно он в последний раз был в CD, так что... Ну, наверное, мы сыграем, короче говоря, с ним. Ну... Без голоса, правда, он будет без голоса. Когда он ответит, когда я при этом записать смогу. Но я думаю, он будет большим исключением. Я других, наверное, не позову со мной играть. Только если случайно на серваке там попадутся, что такое. Мне кажется, вот с подписчиками удобнее играть на стримах, в прямых эфирах. Потому что там можно... Во-первых, стримы я провожу по вечерам. Видео я записываю днем, а стрим это по вечерам. И там договориться во время прямого эфира гораздо проще. Так что... Это реально проще. Вот действительно лучше на стримах это делать. Но я сомневаюсь, что буду Хэллоуин этот Secret Neighbor стримить. Потому что я что-то сомневаюсь, что он у меня будет нормально работать. Вот CSGO пробовали мы запускать на стриме. Там вообще просто 0 FPS было. Когда я играю, было нормально все, а вот зрители видели просто, ну, никак вообще, она лагала по-черному. Вот я боюсь, что здесь будет то же самое, но надо будет, я думаю, проверить все-таки. Давайте я сменю персонажа. Собственно говоря, так, своя игра нажимаем. Не путайте с передачей своя игра. И, так, давайте... Без пароля. Вот создать сервер. Так, давайте я пароль напишу. Макс Глойдер. Не знаю. Что на ум первое пришло, то и написал. Давайте пароль. 1, 2, 3. О, блин. 1, 2, 3. Ну, просто, чтобы не подключился никто. Мы так мультиплеерить особо не будем. Мы будем так играть... Ах, да, надо карту выбрать. Здесь, так, отслеживаемые. Отслеживаемые — это те, которые я скачал. Собственно говоря, давайте акт. Вот этот один, Кирюня Плей, собственно говоря, сделал. Если хотите, можете тоже предлагать свои карты. Тут есть редактор, на котором можно делать свои карты. И, собственно говоря, может быть, я в них сыграю.
К сожалению, вот знаете, чего не хватает в игре? В CSGO есть то, чего вот очень не хватает, на мой взгляд, вот этой игре. Нету игры с ботами. Вот можно было бы карты запускать из мастерской и играть на ней с ботами, но почему этого не сделали? Вот мне... Ой, извините, по микрофону ударил. А, я сосед, но я, тем не менее, могу делать, что хочу за ребенка. Так, микрофон... Мозг подвинулся чуть-чуть, наверное. Блин, микрофон немного мешает. Ну-ка, клавиатуру сюда подвину. О, вот так поудобнее будет. Короче говоря. Да, дом... Ну-ка, давайте, дайте-ка снаружи посмотреть. Ну да, это дом, по сути, дом из Акта 1. Правда, он гораздо больше. Он намного больше. И внутри выглядит абсолютно по-другому. Давайте изучать. Надо... Хоть мы играем за соседа, мы найдем, тем не менее, все ключи. А, ну, скорее всего, я играю за соседа, потому что один из игроков обязательно должен быть соседом. А я играю один, как вы уже сами поняли. Так, все комоды давайте обшарим. О, ключ один найден. Жаль, что инвентарь маленький, всего два слота. Это не прикольно. Так, а вот и наша дверь. Активируем ключ номер один. Обалденно, мы активировали ключ один. Да, кстати говоря, я вот так вот кричу, веселясь, потому что родителей сейчас у меня нет дома, и я могу вообще шуметь сколько захочу. Вот, это прекрасно. Так, ну-ка, что у нас тут? Да, и настроение на самом деле сегодня очень хорошее, поэтому... Будем с весельем играть во все это дело. Так, ой, как же здесь ярко. А мне точно фонарик нужен, кстати. О, еще ключ, отлично. Дайте-ка выбросить. Фонарик нафиг он не нужен. Три карты я скачал. Две от Killing Play. И одну просто сам скачал, нашел. Захотелось. Блин, надо... Вот слушайте, надо... Вот надо оставлять, наверное, их открытыми, чтобы знать, где я уже смотрел. Не обыскивать по тысячу раз потом. Так, открыть ключ номер два. Прекрасно. У нас еще четыре осталось. Всего четыре. Четыре это не так уж и много, я бы сказал. Так, это что такое? Монетка. Пусто. Сундук. В сундуке всегда... А, нет. Я думал, в сундуке всегда что-то хорошее будет. Здесь тоже пусто. А здесь одна пыль. Проверим, что здесь. Открывай, блин. Здесь тоже пусто. Он включается, кстати, нет? Он не берется даже, по-моему. Ну-ка. Блин, прикольно, а стекла тут разбиваются. Ну-ка. А, тут больше нету стекла. Ну-ка. Ёбалау, смотрите. Ходю! Прикольно. Так, а что у нас тут? О, ключик. Ключик это всегда нужно. Ух, это нужно. Ну-ка. Эти-то я явно посмотрел уже. Я ни один ящик пустым не проглядываю, вроде бы. Проверим это место. Так, нифига тушки нету. Так нафиг ты это взял вообще? Выброси это. Так, здесь ничего опять полезного нет. Почему здесь решетка, я не в курсе. Не исключено, что на улице как что-нибудь есть. Хо-хо-хо, наверное, на второй этаж надо бы зайти. А тут я был? Нет, я тут не был. Только обыскивать тут нечего, по-моему. Так что, делать нам здесь нечего. Монетка. Ключик еще один, прекрасно. Да, я в курсе, где дверь в подвал.
Так. У-у-у, красавчик какой! Отлично. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, я еще, кстати, кричу много для того, чтобы, собственно говоря, узнать, как это будет с этим микрофоном. Где тут второй этаж? Где лестница на второй этаж? Подскажите мне, пожалуйста. Ого, а что такое? А что высокий такой стол? Еще ключ, отлично. Так, и открываем. Так, где тут подвал-то? Открываем двери. У-у-у, молочек вообще. Осталось всего пару ключей. Тут я смотрел. Здесь ничего нету. Так, вот здесь точно не смотрел. Здесь нету. Может, там что-то есть? Не, нету. Может быть, блин, какой домино огромный, а? Это что такое огромный-то? Чем-то, честно говоря, напоминает дом, который на Open Neighbor 3 команда в Альфе 2 набираешь. О, давайте активируем. Еще карточка. От третьей квартиры. Ой, от третьей двери. Так, а вот и лестница на второй этаж. Наконец-то я ее нашел. Тут еще и дырка. Ой! Блин, вот это я не заметил. Где тут лестница на второй этаж? Ладно, будем внимательнее смотреть в следующий раз. Зачем же здесь дыра? Так, здесь ни хренатушки нету. А, я вспомнил, я был тут в прошлой серии. Но ключи в рандомных же местах появляются, так что... Ну, Так, отковыривать эту дверь нету никакого смысла, потому что мы и так там можем оказаться. Не знаю, зачем нам эта кукла, я думаю, явно она нам не нужна. Вот с чем я на первый этаж спустился, блин. Ой, балбес. Ладно. Теперь надо вспомнить, где лестница на второй этаж и пойти туда. Так, вот она. Ладно, проверим. Тут еще... Там еще третий этаж есть вроде бы. Предлагает мне тут игра стать соседом. Но не знаю, нужно ли это нам. Мне кажется, что нам это ни к чему. Отлично, ключик. Но нам еще парочку. Но нам еще надо будет найти один. Явно где-то дверь еще с номером 3 находится. Не, шкаф пустой. А, вот третья дверь, отлично. Библиотека здоровенная тут. Так, ой, я тут не могу почему-то пройти. Отлично, дверь, ведущая в никуда. Но что-то мне кажется, что в этой библиотеке ничего нету интересного. Может быть, только в этой комнате еще полезное найдется. Видимо, собственно, для этого нам нужно было в библиотеку вот зайти. Бери монетку. Опять пустой сундук, который еще и в стену уходит. Прекрасно. Вот здесь, наверное, уже нужен ломик. А, нет, не нужен, мы ключ уже нашли. Хотя интересно, что ж там находится.
А, вот эта дверь. Так что нам без нужды это узнавать уже. Так, вот здесь какая. Здесь он что-то выращивает. Надеюсь, не коноплю. А, это взять можно. Ну-ка. А, я думал, ее можно разбить. Не ключ! Так, а где мой желтый ключ? Тут разве желтого у меня не было? Ну ладно. Желтый, может быть, и не нужен был. Ой, господи, не туда иду. Так, я пока так и не понял, что находится там наверху. И как попасть туда, тоже я не понял. Тут есть еще одна дверь, в которую я не заходил. Это вот это. А, молоток тут есть. А, ничего тут нету. Господи, это что такое, блин? Ой, ну нафиг, и сожрет еще, не дай бог. Ладно. Ладно, давайте уже откроем наконец-то этот подвал. Где? А, нет, ключ надо было желтый все-таки. Куда я сделал желтый ключ-то, блин? Желтый ключ, где я бросил? Он же там был где-то рядом со мной. Наверное, в оранжерее кто где-то выронил, в который этот кидал цветы. Или, может быть... А, вот он. Так и думал, что он здесь. Все, нашли последний ключ. И давайте откроем, наконец-то, подвал. Ой, не туда опять иду. Да, можно и заблудиться. Ну вот, собственно говоря, мы типа попали в подвал. И давайте... Можно покинуть игру без штрафа. Давайте следующую карту тогда смотреть, раз подвал открыли. Тоже от Кирюни Плей карту посмотрим. Что там у нас за... Так, создать сервер. МММ, блин, напишем. А кто помнит МММ и все российские лохотроны? Так. Выбираем карту, отслеживаемые. И выбираем русский секрет соседа. Что же это за русский секрет соседа такой? Начинаем игру, блин. Конечно же, я снова играю типа за соседа. Потому что других вариантов быть и не может, поскольку я играю один. О, так. Вот такой вот дом, короче говоря, здесь. Большой. Опять большой, да. Но, по-моему, меньше, чем предыдущий. Тот вообще какой-то здоровый был. Так, в этом доме я буду и блуждать еще сильнее, потому что этот дом не знаком мне абсолютно. Что у нас здесь? Давайте снова все ключи искать. Так, а вот первый мы и нашли. Правда, мы пока не нашли дверь от подвала. Закройся. Хорош. Блин, опять этот отвратительный комод. Она не разбивается случайно? Ну-ка, если подкинуть. Да не фонарик. Ну-ка, вот так. Нет, так оно не работает.
Так, а вот здесь, в эту дверь может только сосед войти, даже находясь в облике ребенка. Еще ключик. Да не, что ты взял? Ключик надо мне. Блин, берите фонарик, зачем он мне? Так, ну здесь ничего нету, и там вряд ли что-то тоже будет. Хорош! Красавчик! Так, ладно, давайте искать дальше. Давайте обыщем вот здесь. Еще ключик. Отлично. Точно куда? Ууу, молочек вообще. Сколько у нас тут еще замков? Два осталось всего замка. Серьезно? Ну или либо я вижу плохо, не знаю. Тут темновато и света не хватает тут совершенно. Так. Подарочки ничего нету, да? Это что такое? Тоже подарочек. Подарочки не открываются. А это что такое? Переключить свет. Понятно. Давайте на второй этаж залезем, посмотрим. Какая-то странная лестница. Немного. Ну, никакого звука не было, так что, скорее всего, там нету ключа. А, на этой карте я тоже был в прошлой серии немного. Три монетки сразу, обалдеть. Я пока до сих пор не понял, зачем они нужны. Как взять ее? Ну-ка, как... блин, карточка, как ее взять? Ну как она берет? Чё-то она не берется. Да блин, она не берется. Не знаю, нужна она нам или нет. Так, карточка первая. Вот не знаю, как... О, господи ты, боже мой, что это было, блин? О, ключик нашелся, отлично. Вот карточка, я знаю, где от него, но я не могу достать ее. Еще ключ, хорош. Да перелезь ты. Так. Мне тут звоночек, так что пауза. Так, продолжаем. Холодильник пустой, ничего в нем нет. Окей, так, ладно, спускаемся тогда и активируем эти ключи. Я не уверен, правда, что они все подходят. А, не, подходят. Красавчик какой! А, тут еще замок один, господи. Я его не заметил в темноте. Ладно, тогда ищем дальше. Там были уже ключ-карту. А, тут ничего нет. Тут ничего нету. Вообще ничего. Блин, как же достать-то эту карточку-то? Не понимаю. Может, она реально не должна браться? Может, и так и должно быть, что она тут не берется? Но мне что-то кажется, что она должна браться. Эта фигня нафиг мне не нужна. О, последний ключ. Все, нашли. Я уже думал, карту не найдем, и все, пипец будет.
Все, открылась дверь в подвал. И мы с вами, по сути, прошли обе карты. И также завершили на одной минуте оставшиеся. Ну, собственно говоря, тут у меня еще одна карта есть, которая сделана на основе оригинального Hello Neighbor Alpha 1. Но времени прошло уже довольно много, поэтому как-нибудь в следующей серии сыграем. Ну а на сегодня закончим. С вас лайкосы, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока!